Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами телефон Xiaomi Redmi Note 9. Сейчас я покажу, как обойти FRP-блокировку на этом телефоне, если вдруг ваш телефон заблокировался. Заблокироваться он мог, если вы делали полный сброс, для того, чтобы сбросить пароль блокировки экрана, и в таком случае срабатывает FRP-блокировка. Теперь внимание, если вы уже взяли телефон, сбросили, уже что-то там клацали, дошли до момента, когда нужно вписывать пароль, делайте полный сброс опять. Нужно опять все сделать заново, и теперь уже следовать за мной. Когда у вас появится вот такой вот экран, MIUI 11, все, именно с самого начала, вернуться назад не сработает, нужно опять сделать полный сброс. Итак, начинаем. Нажимаем стрелочку «Далее», выбираем язык русский, и идем дальше. Страна Польша или какая там хотите, по барабану. Идем дальше. Внимание, не подключаемся к интернету. Нажимаем пропустить. Идем дальше, дальше. И пропускаем, идем дальше. Главное, не подключайтесь к интернету. Сим-карту выньте из телефона, чтобы он, не дай бог, сейчас нужно без интернета быть, и все. Вот, видите, он теперь говорит, что можно сделать экран, можно создать пароль. Ну, мы его и создадим. Ну, какой? Графический ключ давайте. Давайте графический ключ. Создадим вообще абсолютно любой, главное, чтобы был. Вот, создаем графический ключ. И идем дальше. Отлично, отлично. Ну, мы такие, типа, все, хорошо, можно. Можно все порешать. Настройка, мол, завершена. Подождем еще секундочку и увидим, что произойдет. Вот, он говорит, что вход не выполнен. Чтобы работать с этим телефоном, нужно сначала войти в аккаунт Google, который использовался на телефоне до сброса настроек. Поскольку вы не сделали этого, вам надо заново настроить телефон. Нажимаем «Настроить телефон», возвращаемся к этому экрану. Нажимаем «Далее», выбираем «Русский», «Страну», идем дальше. Теперь уже подключаемся к Wi-Fi. Внимание, подключаемся. Все, подключились, идем дальше. Я прочитал, принимаю условия. Пропускаем сим-карту, идем дальше. Способ работает 1000000%, вам даю. У Xiaomi всегда так. Это очень просто. Очень простой способ. Ну, то есть не на всех телефонах Xiaomi так работает, но на тех, которых работает, оно работает. Xiaomi не исправляет такие ошибки никогда. Если он работает, значит он на этом телефоне будет работать и сегодня, и завтра, и через год. Ну, разве что, если они обновят версию MIUI. Может быть, тогда только. Именно версию MIUI не в плане там MIUI 11.1 было, а стала MIUI 11.2. В смысле, если они с 11 до 12 обновят. Вот тогда еще, возможно, что-то исправят. А так нет. Так, нажимаем «Не копировать». Теперь самое важное. Он просит ввести графический ключ. Помните, какой мы графический ключ создали недавно? Вот теперь его нужно и нарисовать. То есть тот, который мы с вами придумали минуты две назад. Вот его теперь рисуем. Все, проверка прошла успешно. Пропускаем вход в Google аккаунт. Принимаем все, что нужно принять. Google, далее. Ждем, окей. Не входим в MIUI аккаунт, это зло. Пропустить. Идем дальше. Все, настройка завершена, ребят. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то не получается, пишите комментарии. Если вы подписчик, мы вам поможем. Во всяком случае, постараемся помочь в зависимости от вашей проблемы. И еще раз спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.